Друзья, всем огромный привет, и сегодня мы научимся с вами создавать свои планеты. И такой эффект на самом деле очень популярный. Многие даже посвящают таким фотографиям полностью свои блоги в Инстаграм. А хэштеги, как, например, Tiny Planet, собирают сотни и сотни тысяч публикаций. И если раньше такой эффект можно было получить только на компьютере в Photoshop, то сейчас он доступен и мобильным фотографам. При этом создание такого эффекта не требует большого труда, и я за несколько минут научу вас этому методу. Для получения такого эффекта нам понадобится горизонтальный снимок 16:9 или панорама, желательно уже обработанный. На ретуши и цветокоррекции мы сегодня подробно останавливаться не будем. На моем канале много уроков по обработке, и вы можете быстро освоить эти навыки. А мы приступаем к созданию эффекта «Маленькая планета» и «Кроличья нора». И по традиции, если у вас нет похожих изображений, вы можете скачать снимки, с которыми я работаю в этом видеоуроке, и потренироваться вместе со мной. Итак, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджо, и поехали! Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки можно ознакомиться в моем Instagram. Нужны подробности? Напиши мне в чат инсты, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. Итак, для создания эффекта «Маленькая планета» нам понадобится приложение Planetical. Это приложение лучшее из бесплатных на Android. По крайней мере, на момент выхода этого видео оно бесплатное. На Apple это приложение тоже есть в App Store. Стоит оно всего $2.50. И если этот эффект вам понравится, ну, в конце концов, это не такие уж и большие деньги. В общем, я запускаю приложение Planetical. Итак, друзья, открыв приложение, мы с вами видим две кнопки – Choice Existing и Take Photo. Соответственно, нижняя кнопочка – это сделать фотографию. Не будем здесь тренироваться. Сразу выберем необходимый снимок, который уже готов к получению данного эффекта. Итак, выбираем снимок, кликаем внизу «Ок». У нас появляется изображение, и нам необходимо подрегулировать кроп. Я его сделаю полностью по всему кадру. Я хочу, чтобы все изображение попало в мою маленькую планету. После чего кликаю на верхнюю галочку. Как вы видите, автоматически у меня сразу появился данный эффект. Мне необходимо только его немного обработать и сделать слегка красивее. Итак, друзья, первым делом это мы с вами поправим зум. После чего выберем интересный поворот. Я сделаю таким образом, чтобы маяк был по диагонали. Получается достаточно интересно. Сверху маяк, снизу пролетают птички. Теперь, друзья, skyline – это линия горизонта. Благодаря ее мы можем выровнять с вами горизонт нашей маленькой планеты. После чего, друзья, мы блюр с вами полностью введем влево, у нас появится контрастная граница, и теперь мы можем выровнять линию горизонта, сделать таким образом, чтобы у нас Земля совпадала с Землей, а небо совпадало с небом. Ну, на моем изображении это будет выглядеть вот так вот. И после этого поправим блюр, и у нас изображение скроется вот таким вот приятным градиентом, и практически исчезнет граница между одной стороной кадра и другой. Как вы поняли уже, это приложение просто свернуло нашу фотографию в такой клубочек. Ну и в конце можем покрутить ротацию и выбрать тот угол, который нам больше нравится. Я оставлю вот таким вот образом. И также теперь можно подрегулировать зум. Но обращаю ваше внимание, что на углах могут появиться артефакты, поэтому выбирайте наиболее удачное значение, чтобы всяких косяков не было заметно. Все, отлично. Кликаю галочку. Все, друзья, эффект мы получили. Больше от нас ничего не требуется. И теперь мы можем это изображение сохранить в память телефона, либо сразу поделиться в соцсетях. Сохраняем изображение. Чтобы перейти к следующему изображению, нам необходимо кликнуть галочку. У нас опять открывается первая страничка. И не переключайся, потому что сейчас я тебе покажу, как сделать эффект кроличья нора. Итак, нажимаем «Выбрать изображение», выбираем следующую фотографию, делаем по такому же принципу, кроп раздвигаем на весь снимок, кликаем галочку. У нас появилась маленькая планета, да, она тоже здесь достаточно интересная.
Вот смотрите, какая симпатичная планета. Но нам нужен с вами другой эффект. И для того, чтобы получить эффект кроличья нора, нам нужно поставить галочку в нижнее окошко, которое называется From Top. И теперь у нас эффект обратный. Теперь наша фотография свернулась таким образом, что наше основное изображение как бы впечаталось внутрь кадра. И теперь делаем то же самое. Регулируем зум, регулируем угол, выравниваем линию горизонта и регулируем блюр для того, чтобы убрать края изображения. Пожалуй, вот таким вот образом. Кликаем галочку и сохраняем наше изображение. Либо делимся этим изображением сразу в соцсетях. Вот и все, друзья, вот и вся хитрость. На сегодня это все, друзья. Если видео вам понравилось и было полезным, то лайки от вас для меня – это приятное вознаграждение за мой скромный труд. Рассказывайте в комментариях, как у вас получилось, и, может быть, вы нашли еще какую-то интересную фичу в этом приложении. Не забудьте подписаться и продавить колокол. Это поможет получать уведомления о новых уроках по обработке фотографий. С вами, как всегда, был Серджо и фотошкола Art Photo Life. Творческих вам высот, друзья, и красивых маленьких планет. До следующего видео. Всем пока!